1 марта текущего года Росреестр проведет день консультации для граждан. Пройдет это мероприятие почти во всех районах Чувашской республики. Любой желающий может получить бесплатные консультации, связанные с оформлением недвижимости и с другими направлениями деятельности Росреестра. Масштабное мероприятие приурочено к 10-летию образования Росреестра и 20-летию создания в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Консультации можно получить с 13 часов до 20 часов 1 марта 2018 года. Специалисты будут принимать как на своих площадках, так и в офисах МФЦ. На площадках в МФЦ в основном будут принимать специалисты кадастровой палаты. В Новочебоксарске можно будет проконсультироваться также по адресу улица Пионерская, дом 7.